что, дорогие мои, жизнь у нас изменилась очень сильно, поэтому приходится спиливать все деревья, которые вокруг наши, я имею в виду орехи, помните, которые у меня росли, мы их спиливаем, потому что зимой мы не знаем, как топить. Дрова не возят, брикеты не возят. Раньше нам в западной части страны возили брикеты, а теперь как кто привезет, мы оторваны, у нас просто нет возможности найти, купить дрова, потому что их просто не продают. Просто не продают, их нет. Понимаете, если раньше лесхоз там возили они, предлагали, привозили с разных концов нашей страны, а сейчас этого нет, и мы все, кто остался, мы не знаем, как будет, что будет. Ну, у нас раньше здесь были брикеты, это так было удобно, так было чисто, так было хорошо. Ничего уже этого нет. Ждали-ждали мы, хоть чтобы кто-то где-то объявление дал, что будет продавать брикеты или дрова. Нет, нет. В общем, приходится делать, видите, надо жить, как-то выживать надо будет. Мы же понимаем, что впереди зима. Поэтому приходится пилить деревья, которые у нас радовали нас. Ну, постараемся так, чтобы не полностью, а чтобы они все-таки выжили. Это так, кусочек нашей теперешней жизни. Мы как в первобытной общинный строй, знаете, снова окунулись. Ну, а я люблю вас. Пусть Бог хранит вас, оберегает вас. Пусть окутывает своей любовью Господь. Все равно Господь с нами. И мы радуемся каждому дню. И посмотрите, красота окружает нас. Но мудрый должен заранее подготовиться, поэтому мы и готовимся. А там как Бог даст. Сегодня живем хорошо, завтра мы не знаем, что будет. Я люблю вас. Пока-пока. Молитесь за нас, пожалуйста.